Привет! Возвращаемся к нашим 91. Space номер 11 из сезона номер 3. Тут сказали, есть субтитры. Да, если есть где-то субтитры 10, либо вы умеете переводить и переведете мне все дословно, то милости просим в мои комментарии. Погнали! Голосистые моя. Да, я по ним так соскучилась, вообще капец. За 3 дня. Пусечка, изи. А кто там тебя арестовать все пытается? Я Рабун Шумас. Чего? Как смешно. Изиша. Уже 100 лет их не видела, чувство такое. Да. Бузя. Так, тихо. Я всего 3 дня не снимала. Представляете, у меня уже ломка. Как это объяснить? Готовимся морально чуть-чуть. Алема. Почему Алем режет вас невидимость саблей? Понятия не имею, расскажи нам. Мир иллюзий. Невидимой сабли его наш подземным зомби. Рожки такие, Балашка. Что делаешь? Балашка, что творишь? Шкир. Где вы, дети? А-а-а. Привет. Да иди уже, как нужно было, отстань. Дорки. Так. Вот что ты делаешь, скажи мне. Что ты делаешь, скажи мне, пожалуйста. Подожди. Живот болит. Живот болит у тебя, да? А ты подумал. Когда вот это делал? Конечно же, куча фотографий, наверное, да? Прикольно. Никогда не была в иллюзии. Ты классно. Закали, у тебя лучшие фотки просто будут. Очень прикольно сделано, конечно. Да тебя уже сняли, сфотографировали, что только не сделали с тобой. И на видео уже засняли. Вау. Ты крутой. Он не от мира сего. Он такой просто очень... Зачем? Нам... Чего там, Яна? Читай сабы, блин, вообще. И всем надо сфоткать. Ой, там даже животное башкой двигает. Валерина, ты наша. Зак, за любой кипиш, кроме голодовки. Лапочка. Балерина ты наша. Прекрасное небесное создание. Ой, Балашка, привет, Даник. У тебя... Помогите. Сыр. Сладкие. Пинка, пинка. Цвета одежды хорошо сочетаются. Надо это купить. Закали.
Фаталити, давай. Господи, они развлекались как могли. Им было больше 25, они развлекались как могли. Кроме Балашки, конечно. Молодец какой, молодец, победитель наш, чемпион. Даник, привет. Будьте пуска. Так. Мастер без головы. Ты звезда наша. Фотографируйся. Да, позируй. И вообще не важно, что он там делает. Я даже не вижу ничего. Я смотрю только на то, как он стоит в кадре. Ну, не стоит, так чуть-чуть дергается. Да. Смех у него милашный. Так, тихо. Вообще о нем ничего не говори. Давай, супер крутой мачо. Где там твоя прозрачная пила? Берите задницу Алема из кадра, пожалуйста. Да тихо тебе, нормально все. Никто на тебя не напал. Осторожнее, оторвешь сейчас все тут. Тихо тебе, не бойся, нормально все. Никто тебя не обидит. Маленький. Маленький запутался в проводах, успокойся. Уйди. Так. Алем, ты можешь не стоять так эротично в кадре? Уйди. Уйди. Стоял стенка. Маленький, бедный. Ты не раздолбал ее там, чертовой матери, эту стенку? Его выгнали, наверное, после этого, сказали, что ты стену бьешь. Тык нападают. Сюда посмотришь, уже кто-то стоит. Так, Закали пошел. Закали у нас мастер общения с потусторонним миром, поэтому он должен справиться легко. Конечно же, как мне снять позор друга? Мысик стоит маленький, тихо. Определяет сейчас слово маленький, все, забудь о нем. Забудь об Исе, все, навсегда. Угу. Детки играются. Короче, увлеклись игрой, привет, с вами Таксандер. Угу. Или найти вон. Угу. Таксан. Таксан. Сегодня мы находимся. Мы пришли в Нанта-шоу. Угу. А что, Изи один не играл, что ли? Что, он такой самый суперсерьезный мужчина, который даже не играет в виде юмора? Да, покажет как театральную постановку. Угу. А что вы в одежде? Кит, кургит. Кит? Ну пошли, кит, кит. А, театральное шоу это, говорят, на любителя, если что, это шоу. Ну, типа, не всем нравится, не всем понятно. Не помню, где я смотрела, какой-то выпуск смотрела, по поводу того, кто-то ездил в Корею и ходил на это шоу. Привет. Да, тебе тоже привет. Скоро начнется шоу. Атмосфера очень странная. Да, это вообще очень странное шоу, если что. Ну, Закали, ты, может быть, ты поймешь. Потому что у тебя очень нестандартное мышление. Так, тихо. Смотрим на Данияра. Данияр, Ален, Зак. Снимать, наверное, они, конечно же, не могут это шоу. Хотя там прям снимали в том. Они там что-то все рубят, что-то кидают друг другу, что-то там, короче, происходит, какой-то трэш, насколько мне известно.
Не помню, где это видела. Что за шоу было. Зак и Эйзи бит чувствуют. Вы смотрите, как они трясут головами. Это просто. Они уже написали песню прям в уме, уже, наверное, не одну даже, пока смотрели это шоу. Да-да-да, вот о чем я говорила. Алем как загипнотизированный смотрит. Баттер, вернись в реальность. А эти прям вот реально рэперы, они написали уже там альбом. Мини-альбом уже написан. Кстати, тут смотрела словарь казахский и узнала, что Алем, оказывается, слово «мир» переводится. Не знала об этом. Кто бы что ни писал в комментариях. Соломенная шляпа. Да, у меня ручка в слухе. Тут, видимо, разрешили снимать, да? Оставшиеся части. Да, это то самое шоу, про которое я смотрела однозначно. Ну, они, конечно, тут цирковые артисты, и акробаты, и все на свете тут у них. И повара. Ну, такие повара, когда все летит. Из стороны в сторону, вся и капуста, и лук, и все на свете. О, нифига себе это. Вот так типа происходит все на самом деле на кухне какого-нибудь элитного ресторана. Что здесь с головой останется? Было бы эпично, если бы головы не осталось. Ладно, закатаем губу. Уже побаивается их. Время пошло. Быстро все приготовили, все, что вам сказали. Тут даже субтитров нет. Мне даже субтитры не нужны, чтобы все перевести. Все, что он перечислил. И закончить тортом. Что, пошли молиться всем богам, чтобы успеть. Своеобразные музыканты тоже. А, я вспомнила, это было, по-моему, Орел и Решка. Они на шоу ходили, по-моему, когда ездили в Корею.
маленький. Так, ой, господи, если не улыбайся. Интересно, она всегда пролетает так мимо или прилетает в кого-то когда-то? Кассиян, такой же, как я. Я обычно, когда бросаю... Сейчас им точно кто-нибудь ставит что-нибудь, пока они тут. Малышка такой. Чему ты рад, маленький? Очень-очень рад. Почему? Лима улыбается так. Так внимательно. Изи забрали так тихо. Изи пошел на сцену. Господи, страшно. Что вы там собираетесь делать с Изи, пожалуйста? Не мучайте моего Изишечку. Азамат, держись. Зинкая, все в порядке. Ой, господи. Маленький засмущался сразу. Он всегда так смущается вообще. Такой пусть как. О, нифига, поженили. Ой, ты чесонский король. Чесон, чесон. Давай. Так тихо, держи себя в руках. Что за гадость там? Надеюсь, что-то вкусное. Накормите ребенка. Че, это типа первая брачная ночь. Мы чего-то не знаем. Даже у меня лоб начал болеть. Так, если тебя не бьют по голове. Так и держит. Ему же не важно вообще, что происходит в кадре. Главное поржать над другом. Он уже все сожрал просто там. Дайте еще ребенку поесть. Он не просто так вышел на эту сцену. Ему нужно похавать просто. Ладно, я отложу свою похлебку. А было вкусно, да? Все, Алим умер там от смеха. Держите Алима все. Так, тихо. Так. Масик, кушай. Ой, господи. Это ж наша звезда. Наш суперактер. Браво, бис, браво. Ой, господи, что челюсть заболела. Масик, шапку-то верни. Да не надо, зачем? Заберу домой. Балашка. Балашка, серьезно здесь. О май гад. Такая пошла, уборщица. Я слышу смех Эйса. Так, не хочу ничего знать об Эйсе. Вообще ничего. Вычеркиваю его из своей жизни. Абсолютно. О, о господи.
Я только хотела вычеркнуть его из своей жизни. А, мои дети пришли на сцену. Так, тихо. Балашка сразу взялся за работу. Давай, Даник. Детка включилась сразу. Игровая. Игровая детка. Давай, детка, играй. На, если я даже смотреть не хочу. Видеть его не хочу. Уйти, пуська. Балашка так жился сразу в игру. Это детка. Детки дали поиграть. Он сейчас вот всех переиграет на сцене. У них уже соревнование началось, соревновательный процесс. Что происходит? Эти такие типа, а мы тут для чего вообще, походу? А вы не тех позвали людей просто на сцену. Или пожалеете об этом? Да ты ж молодец мой, а. Тебя невозможно переиграть, ты идеальный ребенок. Конечно, кто переиграет ребенка в игре для ребенка? Там что, бесконечное количество этих кастрюль? Ты куда, милый? В смысле? Мой ребенок проиграл? Ну, в смысле, Балашка. Те двое за ручки держатся. Пусенок. Так. Было очень смешно. А, вот и свадьба. Не, ну может быть это шоу и не очень интересное, но с участием ребят из 91, ну, оно приобрело другие краски. Вообще довольно-таки смешно, в принципе. Я думаю, что может быть чувак просто потому, что не знал корейского, может ничего не понял. Даже я половину поняла из того, что они говорили на корейском. А, ну я как бы... Я же не просто так корейский учу. Видимо, где-то все-таки что-то отложилось. Нифига она мускулистая девочка-то. Даунчан, кимчи, кочучан, кочучан. Давай, рэперы, битмейкеры. Ух ты. Так, куча глазка, как обычно. В кадре была. Браво! Браво, бис! Нет, бис не надо, спасибо. Я пришла на ребят смотреть, не на вас. Чё, Изи, понравилось? Если вы будете в Корее, обязательно посетите это место. Нанта, это... Ну, без вас я туда не пойду однозначно. С вами я пойду только, да, только в этом случае. Нужно прийти. Если вы будете здесь, если вы будете там, то я пойду. Если будете в Сеуле. Не грызи ногти, пожалуйста, Эйс. Так, надо было читать сабы. Мы вышли. Море эмоций. Полные эмоций. Эй, дельфин! Так, если кто-то из вас поедет в Сеул, это не только в Сеуле, кстати, в Сеуле, Пусане и Чеджу еще пару местах есть, а здесь тоже есть. Нет, мы же и так здесь. Угу. Есть другие персонажи, да. Угу. Есть еще другие виды спектаклей, там тема была свадьба. Угу. Понятно.
понятно. Мне кажется, тем у них очень много. Превосходное шоу. Шути, пусть какого дует. Прекрати, рыба. Рыба пучеглазая, прекрати, хватит. Фу. Не делай это. Блин, губы не облизывай, блин. Мне надо читать сабы, блин, а не на тебя залипать. Да что ты, блин, с лицом-то у тебя все время не так, а? Так, это не реклама, все по-настоящему. От всего сердца. Да-да. О. Он точно написал здесь целую песню и клип однозначно забацал. В этом месте прям. Да ты ж моя прелесть. My fashion террорист. Спайдермен. Фильм твоего детства. Ты такой маленький, что ли? Да? Такой крошка? Да-да-да-да. Я не смотрел этот мультик. Ничего о нем не знаю. Прикид из этого диска. Да ладно. Да господи, детка встретила кумира детства прям. Усечка, где музыки такой? Фу. Таида, Таида. Вау. Iron Man, Thanos. Снежный солдат. Ой, капитан. Терминатор. Лицо все сделали точь-точь. Ё-моё. Смотри, Звездные войны из Лего. Да. Прикольно, кстати, сделано. Это же соревнование на снежной земле. Они еще на этом летают. Космические корабли. Прикинь, построили Звездные войны из Лего. Хан Соло. Ну, каждый день брал, брат, из-за предательки надо было, будто фреманды. Должны быть свои игрушки, своя вселенная. C-3PO. Дизайнеры придумывали. Этот горничный. Делает уборку и похожие дела. Бой документит, там, заряжает, там, оружие. Джедай, ладно. Джедай. Она зло, сзади джедай. Это злые джедаи, а сзади добрые джедаи. Йода. Который злодей с этой стороны или с той. А Лем не знает вселенную Звездных войн. Даже я, человек, который терпеть не может Звездные войны, знаю о них все. Поэтому терпеть их и не могу. Ой, Люк. Привет, Люк. Привет, Хан Соло. Добрый. Звездные войны. Падаваны. Господи, забудь об этом. Ой, Астробой. Гриндайзер, господи, ребенок. Вот мощь. Азиатские герои, да? Весь азиатские герои. Господи, ребенка пустили в игротеку. Спайдермен. Что-то трансформеры тоже есть. Алая ведьма. Это кто? Не успела понять. Привет, Спайдермен. Балашка, очень это интересно, это, да. Ты такой красивый тут вообще. Магазин, и вообще иди иди отсюда. Губастик, пучеглазый. Любушка какая ты. Очень красиво, да. Прям. Я тебя не люблю вообще ни капельки. О, человек-муравей. Привет. Скотти. Зишка. Зишка, ты можешь залезть в этот костюм. Изучай, из какого материала сделан. Спандекс. Когда приеду домой, хочу такой же. Халк. Халкбастерс. Прикольно, да, вообще красиво. Я бы тоже здесь прошлась. Кстати, да, там сокол сзади.
Сколько времени ушло, чтобы его сделать, или что Антон сказал, не успела прочитать? Отвлеклась болтушка. Угу. Терминатор. Кэп. Классные вообще костюмы. Так, это трансформеры, да? Нет? Нет? Iron Man, встань так же. Не вставай так же. Иди отсюда. Ну, ты моя лапа. Не смотри в кадр. Мы только что вышли из мира комиксов. Лема там колбасится. Ути, Пуся, 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 колбасится. Лема, ты можешь отодвинуть вот этого парня, который жмурится сейчас? Я буду смотреть лучше на тебя. Снизу много разных машин, суперкарс. И Лема колбасится. Классно, красиво. Замечательно. Замерз бедный, маленький. Согрейте быстренько Баттера. Обнимите его там со всех сторон. Лапочки. Батыр. Батырхан, иди сюда. Иди сюда, котик нам. И маленький. Ребеночек такой. Так. Камаягу. Камаягу. Написано на стене. Внимание к надписям, мать их идите. What is box? Про бокс. Что такое бокс? Так, гуляем, мы гуляем. NBC World. Якобы красная дорожка. Окружающие страны смотрят на нас. Почему? Будто они не знают. Да, наверное, они в курсе, кто ты. Великий Закали. О, ничего себе. Красиво. А что там, что там? Покажите мне. О, что это такое? Удивили ребенка. Ребенка удивили, да. 1982 или 2007. Так, не подпевай BTS никогда. Я бы тут сразу продула, не знаю ни одного движения, ни из одного танца, ни у кого. Тем более у BTS. Вообще ничего не знаю у BTS, даже песен. Несколько песен знаю только у них. И то старых, и пару новых. Ой, типа, пускай танцует моя белобрысая. Привет, Балаша. Как твои дела, Даник, мой маленький, прелестный ребенок? Что-то он какой-то такой болезненный. Мне кажется, он болеет до сих пор. Иди сюда, мой маленький, я тебе температурку померю. Ложу тебя в кроватку, баиньки. Кто будет гость? Так, тихо. Я буду гость. Он будет ведущий, я буду гость. Будет ведущий, будет ведущий. Так, они по-русски говорят, зачем ты переводишь, Саба? Куда это, гость? Хочешь сесть, я буду смотреть, что нужно делать. Привет. Ой, нет, не хочу тебя видеть, уходи. Не фокусируйте камеру на нем. Забудьте о нем. Ты гость. Сандим. Сандим. Ты. Погнали. Сегодняшние новости. Лизи, не смейся, ты гость. Зак способен с простой, совершенно спокойным лицом говорить всякую чушь. Лизи, ты не сможешь сдержать улыбку. Держись, тебя снимает камера. Лизи, который приехал с Запада и расположился на юге Казахстана, и Эйс. Также мой коллега Балакай по имени Нумер. Добро пожаловать. Да, привет, спасибо, как ваши дела? Халайсон. Да, Дулат, я получил ваше сообщение, вот это значит прямой эфир. Детки играются. Хорошо, можете продолжать. Я буду немногословен, лишь пожелаю, чтобы сегодняшний эфир прошел хорошо. Окей. Ты очень немногословен.
Что вы говорили? Дождь будет? Ты что, погоду что ли решил предсказать? Солнечный свет. Так, сколько идет этот выпуск? Мне кажется, он очень длинный, или мне кажется? 41 минута. Офигеть! Ну да, он уже почти заканчивается, но 41 минута. 50 Cent, наш коллега с 50 Cent сказал, что самса вкусная. Песня 50 Cent. Нет, я не соглашусь, шашлык вкуснее. Любитель мяса AZ. Да, у нас реклама. Ой, господи, я живот заболел сразу. Уйди из кадра. Там идет снег, я перепутал с Западным Казахстаном. Наша бескрайняя земля, спасибо. Я просто свалила из кадра. Спасибо, Азамат, спасибо, Азамат. В целом, Азамат, есть ли у вас внутренние переживания? Дораму не зиндарма? Будете играть дораму? Смотри, как он сидит. Изи такой крутой. Он просто сидит. Ну ты же моя принцесса. Тур, встань. Встань. Руки к этому отрави. Ты стал большим, лучше сядь. Такой малыш. Сделай как Люкен. Ой, почему так смешно? Помогите. Че, маленький, сыграли? О, так, что делаете? Тут ржут над вами там. О, боже мой, что за сердечки, что за любовь, I love you. Что это? Почему он так делает? Зи такой стал. Остык дорама будешь исполнять ты. Я читаю просто, что написано было по-корейски, но не успела прочитать. Какой голос, господи. Так, тихо, все, это просто эйс, просто эйс, просто эйс. Тихо, просто эйс поет. Угу. Все в порядке. Эй, базар, қызы келді. Камауя. Кәрістердің күнтізбесі бойынша. Так, шыда, шыма не по себе стала после его песни. Соны есіме ала тұрам, мен мына жерде неғылдым деген ой кетті. Не, что-то такое чувство странное. Че, негізі, әдем жер, бірақ қалайтын мен. Бұның бәрін негізі өткен жылы. Мы в прошлом году здесь все посмотрели. Здесь мы видели новые шаги в технологии. Что это было из... Вот что это было, я даже субтитры за тебя не прочитала. Я не знаю, у меня серьезный разговор с ним, если я его когда-нибудь встречу. Закатай губищу. Если ты его когда-нибудь встретишь, ты убежишь, как потерпевшая, просто спрячешься куда-нибудь. Канализационный люк. Хочу поделиться с вами моим опытом, да, что я до сих пор не могу отойти, потому что пока в другое измерение как будто отправилась. Если кто-то интересуется сферой шоу-бизнеса, давай почитаем лучше, как я говорю. У тебя в кармане есть кофе, оно разливается. Иди ты, ничего не разливается, он пустой. Разливается. Ладно, пусть дело не заканчивается на кофе. Мир не смотрит на кофе. Я на Дулата смотрю.
мир, алем. Если есть кто-то заинтересован в таком мире, то вам будет здесь интересно. Угу. Хорошо. Нужно узнать много новой информации. Не бейте его. Балашка, ты что делаешь? Мне больно, уйди. Не бей моего закали. Можно изнутри увидеть, как все тут работает. Угу. Такой счастливый. Посмотри, мне ничего здесь не намазал. Увидеть, как все организовано. Увидели, посмотрели, понравилось. Эйси, не смотри, пожалуйста, в кадр. Пожалуйста. Да, все правильно, глаза опустил сразу. Он послушный ребенок так-то. Чик-шик. Ну все, ребятки, пошли в гостиницу. MBC World. Я по ним уже так скучаю, как будто, не знаю, как будто они мне родственники, блин. Вообще, я не удивлюсь, если кто-нибудь из них мой родственник. Надо, наверное, как-нибудь со своей бабушкой родной связаться. Каким-то образом, я не знаю, я ничего о ней не знаю, никогда ее не видела. Но она 20 лет прожила. 20 лет прожила в Казахстане, поэтому, возможно, у меня там есть родственники. Надеюсь, это не они. Надеюсь, это не есть. Шучу. Какая мне разница, родственник у меня или нет? Мне вообще-то неинтересно. Вообще, ни капельки. Так. Ребята, закончились. А я уже скучаю. Тихо, минуй. Так, ладно. На этом я, пожалуй, сегодня закончу. Завтра досниму все оставшиеся свои заявки. Заявок много. Заявок много. Все, конец предложения. Заявок много, да. Если я чью-то заявку забыла, пишите в комментариях. Потому что я уже, честно, я могла легко забыть уже про какую-нибудь заявку. У меня слишком их много. А я одна. Вот, да. Вот. Так, тут у меня еще дофига, конечно, всяких заявок. Ну, на этом я, пожалуй, закончу на сегодня. Завтра буду снимать оставшиеся. Всем пока!